Всем привет! Сегодня у меня небольшой радостный нежданчик. Там вот его плохо видно. Сейчас открою, покажу. Влада снесла два яйца. Закопала их в влажную салфетку. Надеюсь, не повредила. Сейчас посмотрю поближе. Выглядит это вот так. То есть она их немножко прикопала. И вот это нижнее даже немножко как бы чуть-чуть там вдавленное. Но я сейчас подготовлю инкубатор и аккуратно их перенесу. То есть первая кладка у Влады есть. Ура! Ну и далее мне на помощь приходит вот такой вот инкубатор, мини-инкубатор, состоящий из контейнера побольше, контейнер с дырочками поменьше, который вот так вставляется, крышечка к нему с дырочкой. Вот такая тема. Термометр и вермикулит. И, собственно, сейчас мы будем все это собирать. В большой контейнер мы набираем воду, где-то половину. Смысл в чем? Чтобы вот этот малый контейнер с дырочками касался воды, но вода в него не набиралась. Вот сейчас я буду проверять. Если мне наберется вода, я ее отолью. Ну вот он у меня касается, но вода не набирается. То есть пока у меня фокус удался нормально. Соприкосновение по краям видно, все окей. Этот контейнер потом будет поставлен на вот такой маленький термоковрик. 5 ватт мне будет вполне достаточно. Далее вот я разложила уже влажный этот вермикулит. Вот так это выглядит. И сейчас вот в эту дырочку, в отверстие будем вставлять вот эту радость. Это термодатчик для начала. Когда уже термодатчик вот вставлен, провод у него большой, я это дело закопаю посередине вот вермикулита. Нужно так, чтобы температура четко показывалась. Вот. В итоге вот такая конструкция. До конца еще не закрываю. Сейчас я все это установлю, а потом только буду яички перекладывать. Как итог, с термокувриком в установленном виде будет все это выглядеть так. Тут Машенька живет, паучок. И вот эта вот вся тема будет рядом с Машенькой. Пока еще я их здесь не положила. Вот так. Здесь никто его лишний раз тревожить не будет. Мои кошки сюда не долезут. Тут мамаша сверху живет, Влада. Ну, так это все будет смотреться. Ну, пока показывает 31, это многовато. Сейчас буду понижать температуру немножко. Пока у меня готовится греться инкубатор, необходимо отметить, где вверху яичек. Я это сделаю вот так, точечкой. Вот здесь и вот тут на салфеточке. Отрывать прилипшие салфетки я не буду. Так все это дело и перевожу. Для того, чтобы максимально аккуратно отделить их от поверхности, я буду использовать картоночку. То есть тут уже спокойно можно будет взяться. Тут тоже. И теперь можно будет их переложить. Причем очень важно, где верх у них есть, так их и переложить. Дело в том, что это не как у цыплят, переворачивать яйца не нужно будет, потому как ящерки внутри, эмбриончики могут захлебнуться ваководной жидкости. Очень важно сразу отметить верх и лишний раз потом туда просто в инкубатор к ним не лезть. А это, так сказать, итог всех моих манипуляций. То есть яйца помещаются вот в инкубатор. Вот они тут так вот будут лежать. Температурный режим будем соблюдать. И, собственно, закрою сейчас крышечку и будут они у меня находиться в инкубаторе. Ну и что, будем ждать следующие кладки, помещать сюда же, помечая уже не одной, а двумя точечками. Начало положено.